Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева прибыли на открытие Бакинского книжного центра, созданного по инициативе фонда Гейдара Алиева. Директор центра Гюнель Ирзаева проинформировала о созданных здесь условиях. Площадь этого центра, расположенного на пересечении столичных улиц Узейра Гаджибекова и Гоголя, около 2500 квадратных метров. Основная цель деятельности Бакинского книжного центра, в котором будут продаваться бестселлеры мировой литературы на азербайджанском и других языках, редкие альбомы об искусстве, путеводители для туристов, а также музыкальные книги и ноты, повысить интерес к чтению. Здесь будет представлено более 10 тысяч наименований книг на разных языках и различного жанра. Читатели смогут приобрести в центре издания как на азербайджанском, так и на русском, английском, немецком, французском, испанском и арабском языках. При проектировании центра особое внимание было уделено каждой детали не только для приобретения книг, но и для приятного времяпрепровождения книголюбов. Наряду с продажей книг здесь действует кафе «Coffee Mood». Отдыхая в кафе, гости могут ознакомиться с книгами и журналами, представленными в центре. Таким образом, сидя за чайным столом перед окнами с панорамой на город, любители чтения получат еще большее удовольствие. Гости книжного центра смогут наряду с книгами приобрести здесь азербайджанские сувениры национального бренда «I Love Baku» и продукцию «Азермарка». На мониторах, установленных в центре, будет представлена информация о новых книгах. В то же время книголюбы при помощи сенсорных экранов смогут получить информацию о продающихся здесь изданиях. В центре также имеется читальный зал, учебный уголок для занимающихся научной деятельностью. В распоряжении посетителей будут уголки для лиц с ограниченным зрением, детей, зал, предназначенный для проведения различных презентаций литературной и культурной тематики. Здесь регулярно будут проводиться презентации различных книг, встречи с известными писателями, поэтами, а также любимыми деятелями культуры и искусства мастер-классы. Кроме того, в центре планируется проведение дней чтения, языковых курсов и других мероприятий, нацеленных на повышение интереса к чтению у детей и подростков. Будет функционировать сайт Бакинского книжного центра на трех языках, и читатели смогут заказывать книги посредством этой интернет-страницы. В центре читателям представлены и издания фонда Гейдара Алиева по различным сферам. Интересные издания фонда о великом лидере Гейдаре Алиеве, нашей истории, культуре, искусстве, выдающихся личностях на разных языках играют большую роль в популяризации нашей страны. Некогда в Азербайджане проявлялся большой интерес к книгам, и число книголюбов было значительно больше, чем в других странах. Бакинский книжный центр, созданный по инициативе фонда Гейдара Алиева, руководимого первой леди Мехрибан Алиевой, вносит большой вклад в такой значимый процесс, как продолжение и передача последующим поколениям традиций чтения, являющегося самым важным условием для повышения интеллектуального уровня, знаний и грамотности. Сдача в эксплуатацию этого центра наряду с возрождением интереса к чтению также повысит любовь детей и подростков к книгам, будет развивать в них стремление читать. Все это служит воспитанию знающего, образованного молодого поколения с высоким интеллектуальным уровнем. Фонд Гейдара Алиева, руководимый первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой, уделяет этому вопросу особое внимание. Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посмотрели сигнальные экземпляры изданного в 1941 году произведения «Искендернаме» Низами Генджеви и исторического произведения «Дубровина. Закавказье», изданного в 1866 году. Ознакомившись с центром, глава государства и его супруга пожелали успехов в его деятельности.